Будем отрабатывать процедуру на мастер-классе с ученицей с помощью такой гиалуроновой масочки на аппаратную чистку лица. Это будет вакуумная чистка лица с помощью вакуумного аппарата. Также ультразвуковой аппарат чисточки лица. Сейчас мы отработаем с функцией ионизации положительно-отрицательной. Да, ложите вот сюда емкость. Теперь смазочка, она полежит 5-7 минуточек. Так, сделаем мы потом вакуумную чисточку лица, сделаем ультразвуковую аппаратную чистку лица. После этого поработаем на фарфоровой куколке процедуру, сделаем и будем наносить с вами с помощью микронидлинга, с помощью дермопена 3 мезосыворотки. Это сыворотка на биоревитализацию с гиалуроночкой. Это сыворотка, лифтинг сыворотка.